Приветствую вас, дамы и господа, с вами Тексас. Давненько не шлышались, не виделись, не шлышались. Давненько мы с вами, и я решил, что пора бы чутка уже возвращаться на ютубчик. Но опять-таки стримы пока у меня недоступны. Нужно ждать, когда все баны поснимают. Поэтому посмотрим вот такую вот запись. Знаете, что в доте вообще произошло? Ой, хорош! Пуджириус на месте! Пуджириус хукает, и вот такой вот красивый First Blood для Пуджа. Так вот, ФБ для Пуджа, и почему я записываю данный ролик? Да все очень просто. Пудж, вы знаете, да, Пудж? Это самый популярный герой в Dota 2. Так вот, официально сегодня сыграли миллиардную игру на Пудже. Ну, возможно, это она, возможно, нет, ну, где-то плюс-минус. Эта игра около миллиардной. Прикиньте, миллиард каток на Пудже. Пиши в комментарии, сколько ты сыграл матч на Пудже, и насколько ты этого героя любишь или ненавидишь. Хотя, возможно, ты его ненавидишь, но все равно на нем играешь. В общем, жду ваши комментарии, сколько каток мы на Пудже отыграли. И у нас катка, где играет Оуэн Джей. Средний ММР этого матча более 11 тысяч, так что ММР очень высокий. Катка обещает быть крайне интересной. Пуджинский у нас залетает здесь пока что на верхнюю линию. И это Пудж Керри. То есть Бэтрайдер это саппорт, наверное, второй. Он вниз уйдет стоять на пару с Думом. Тренд будет с Пуджом и Пудж Керри получается, да? Так оно и есть. Так, кто вообще играет у нас в этом матче? Есть тут Моисей из проигроков. Сумаил катает в этом матче так-то на земле. Еще есть Кокот, он скатает в этом матче на Бэйне. Еще и Грандмастер у нас в этой катке, он залетает. Кстати, парень там, как видим, прокачивают себе эти приколдесы. Тут у нас еще есть некий ССС, не знаю, кто это. Ну и все, в принципе, да. Так, нападает снова сверху. Там пошла душка в бедного Вайпера. Вайпера уже один раз убивали в этом матче. Хотя хотят убить еще один раз, но не получается. Крекер его спасает на своем тинике. Ну, а Пудж пошел фармить. Ну что, Пудж Керри. То есть Пудж Керри, еще и миллиардная катка. Плюс, ну, у нас была сыграна, поэтому... Еще и ФБ сделал. Поэтому максимально по кайфу мы сегодня с вами матч выбрали. Надеюсь, вам будет интересно. Ну и опять-таки, если вам интересно такие ролики смотреть, то от вас нужна какая-то там реакция, там комментарий. Пишите, опять-таки, подписку, колокольчик там. Пишите, какие ролики еще записывать и так далее. Формат будет такой, как бы, отчасти... Поговорить про матч, отчасти пообщаться по поводу того, что происходит в киберспорте, отчасти, как бы, такой формат обучения по поводу Пуджинского и так далее. Опа, хук частки пошел, но в этот раз все-таки Пуш ошибается. А своим хуком немного не получилось. По поводу спелов, у Пуджа хук. Это первый спел, как бы тут все очень просто. Это буквально хук, он может подцепить героя, подцепить крипа. Даже может подцепить руну своим хуком. В доте чисто дэмэдж. Дистанция не меняется, 1300, вне зависимости от уровня прокачки. Мана требует всегда 110. И дэмэдж вносится чистый, то бишь он как бы входит в полном объеме. От 150 на первом уровне прокачки до 360 на последнем уровне прокачки. Кулдаун батает на 2 секунды за каждый уровень прокачки до 12 секунд. По поводу, кстати, еще фишечек с хуком. Можно крипов убивать в лесу при помощи хука, потому что крип падает сразу с удара. Так что можно подпармливать таких вот больших крипочков, и это получается весьма эффективно. Но сейчас у Пуджа нет хука, но он все еще воняет, работает своим ртом. Рот натравливает неплохо, очень неприятно делает вайпер. Надо добивать. Хорош. И Пудж по итогу себе заработал еще и заряд. Какой заряд, сейчас разберемся. Второй спел это рот. Рот работает в радиусе 250. Можно улучшить Ганилу, но про это потом мы с вами пообщаемся. Это ядовитое облако, которое травит, замедляет. Травит оно по 30 дэмэджа на первом уровне прокачки. За каждый уровень прокачки оно возрастает на 30 единиц. И замедление получается от 14% на первом уровне прокачки до 32% на последнем уровне прокачки. И опять-таки улучшается Ганим, но про это позже. Третий спел пока не вкачан, но это флеш-хип, и мы уже видели, как он, в принципе, себя проявил, отобразил, потому что данная способность дает ему возможность накапливать дополнительную силу, но даже если еще не вкачан данный спел, сила накапливается. Но она активируется, когда сам спел был прокачан. И, в принципе... Лучше себе может повышать хпшку до 2 единиц за один заряд своей шкурки. Плюс еще там работает блокировка урона. Про это тоже чуть позже с вами пообщаемся, чуть позже покажу. По закупу видим то, что у Пуджа уже 2 прейсера. БТшку все взял, вот БТшку. Бут себе взял, конечно же. Опа, крипа, опять-таки большого подкукиваем, чтобы себе немножко бабойска поднять. Так вот, взялся брейсеры на уплотнение жирности своей. Жиромасса уже очень большая у Пуджа, потому что Пудж у нас кто жиробас, а у жиробаса уже 1000 хп плюс. Ну и выбирать себе в плане ботинка пызы. Ну, логично, в принципе. Так можно будет спокойно догонять оппонента, можно будет там сквозь крипов проходить.
себе армора подбавит, потому что пуш у нас силовика, у силовиков обычно очень мало армора, поэтому темка нормальная. Ну и аганим. Аганим максимально хорош. Давайте даже сразу обсудим, как работает аганим. Аганим позволяет усилить рот. Рот — это второй спелл, насколько мы с вами помним и знаем. Радиус урон будет увеличен, доп урон 90%, доп радиус 200 сверху, то есть было 250, станет 450. И получается дополнительное еще снижение восстановления хп. У задетых врагов снижается на 20%, что получается очень эффективно против героев, которые обладают регенерацией. Так что, в принципе, это очень классная тема. Плюс это очень классно Пуджу поднимает фарм потенциал. О, так вот красивенько закукивает Пуджириус, ловит Вайпера. Вайпер пытается уйти, но очень мало МС у Вайпера. Под рдом вонючим, под лозой, хрен ты уйдешь. Попытка разменять крекером происходит у нас на экране. Но крекер не справляется с Пуджом. Пудж слишком жирный. Там еще и Пуджу скармливает бобров. Он там покушивает, подъедает по чуть-чуть, понемногу. Можно съесть обычное дерево, можно съесть дерево через Iron Branch. Если бы ел через дерево Happy Tree, то тогда бы чуть больше порегенился, но решил он все-таки это не тратить. Кстати, раньше было это... А так, наверное, называется, да, Happy Tree? Спелл называется сам Plant Tree, а дерево называется Happy Tree. Ну, когда высаживаешь дерево с этого, с бренча. И опять-таки крипа большого хукаем, так быстрее можно себе поднять экспириенса. Четко бабла поднять себе, ну и в целом быстрее раскачаться. В общем, весьма приятно. Да, по поводу новостей Доты, скоро будет турнир с 10 мая, он начинается, то есть уже на следующий... Не, ну, собственно, на этой неделе. Сегодня что, вообще понедельник? Да, в пятницу. В пятницу начинается новый турнир. Турнир будет на 1 миллион дилеров, минус Псико, минус ССС. Так вот, турнир будет на 1 миллион дилеров. Это будет PGL в Валахии. Турнир PGL в Румынии он проходит. И в чем там момент, в чем новость? Новость в том, что команда Тундра не смогла получить визы. Так что Тундра не сыграет на турнире. Также там были новости о том, что предлагали инвайт команде OG. Но OG тоже не смогут быть на турнире. И по итогу на турнире сыграет команда Маус. То есть команда, которая там играет на турнирах Na'Vi Junior, против Na'Vi Junior, и даже не проигрывает, сыграет на турнире за миллион баксов. Ну, я думаю, Мауза там пососут глобально. Там, конечно, неплохие у них ММР, высокие есть рейтинги у игроков, но думаю, будет не акти. Ну а пока даблкил происходит сверху. Хороший ганг отряд подкатывает на верхнюю линию. Помогает он и Джей. Он и Джей Ван, видимо, если читать правильно никнейм ему. Так вот, спасает немножко тут. Вот даже не спасает, а помогает ему тут немножко. Но вообще пуш нормально себя чухает, пуш керри. Ой, еще и хук по таймингу залетает. Может, как раз это все калькулейтить, как говорится. Прям бедный вайпер уже в тильте на этой линии. Умирает снова Моисей. Ну, вообще Моисей как бы сильный игрок. Поиграл он там на просцене. Да, он, конечно, не то, что прям тир-1 игрок. Тир-2 все-таки там может быть иногда тир-полтора. Но в этом матче у него тут тотальный тильтостан происходит, как ни крути. Так, ну что, Пуджириус. Пуджириус 5 левел, раскачка уже есть у него, вкачанная шкурка. Шкурка уже аж 6 зарядов, уже 7 сил у него залетает, если что. Весьма недурно смотрится. Как работает блокировка урона? Она срабатывает при активации. Кулдаун можно уменьшить до 17 секунд, минус секунда за каждый уровень прокачки. Можно длительность до 8 секунд увеличить за каждый уровень прокачки с 5 секунд. И блокирует он до 26 урона на максимальном уровне прокачки. Опять-таки дает 2 силы на максимальном уровне прокачки. Вот такие дела. Опа, пошла ганг-отряд от Сумаила. Буцает он Пуджа, как-то очень странно получается. Явно он не так хотел нападать, мне кажется, Сумаил сейчас. И еще и спасает Бэтрайдера. Сумаил недоволен, Сумаил в ярости влетает прямиком под вышку, душит бедного Бэтрайдера, но Бэтик живет. У Пуджа нет маны больше на хук, да и хук в кулдауне, поэтому нужно только так вот на ноге подходить, наванивать. И как ни гим-то макаром убивать своего оппонента. Обходит пока Сумаил, Сумаил там пока у нас отошел и... Ну, подгорает, Сумаил тут не будет ворваться, будет ждать окончания дума, если получится у него это дождаться и ворваться. Пока выжигают крекера, это минус, и еще и поймали здесь Моисея. Моисей страдает, Сумаил зря полетел, наверное. Хотя он пытается разменяться. И, кстати, неплохо навалит Сумаил. Не, нормально, калькулейт этот Сумаила. Есть в это время еще и лоза. И убивает еще одного героя тут трет. Подкатывает. Сразу у нас телепортация от Бон Флетчера. Бон Флетчер на месте. Еще и инвокер на месте. Да что ж происходит? Максимально ярая битва на верхней линии. И у нас вот такой вот размен 4 в 3 происходит на лайне. Итого, кстати, у нас уже 18 фрагов за 8 минут. Что очень-очень даже нормалды получается. Активно поиграли. Кстати, в этом матче у нас есть такие моменты, немножко, ну, не согласованные от команды справа. Это то, что у них две урны. Урна есть у инвокера, ну как бы это ладно, еще окей, это еще можно, ну, понять. Инвокер квасвексовый с урной нормально смотрится, но урна на дума как-то странно смотрится.
Ну, ты решили, парни, две покупать. Тебе это будет и брать себе не два веста. На верхней линии снова пошла агрессия. Пуджинский там пока у нас под вайпером немножко недоволен, потому что муж его там раскачивает. Но он ловит Моисея. Отличный хук. И это снова минус Моисей. Моисей, чего так херово катаешь? Очень плохая дота от Моисея. Вайпер уже умирает. Какой раз? Седьмой, 1-7. Ну, ты, конечно, федераст. Да, нехти получается от Моисеича данную катку поиграть. Так, ну ладно, что еще? Что еще? По новостям таким я вот порассказывал. В принципе, турнир PGL я буду постривливать. Тем более, мне там уже скоро заканчивается бан. По-моему, 12 числа у меня должны бан снять тоже полноценно. Так что постараюсь стримить там по будним дням. На выходных не факт, что смогу. Буду занят на выходных следующих как раз таки начало турнира. Потом посмотрим. Потом вам чутка позже сообщу вам информацию, что да как там будет происходить. Так, вообще патч ждем. Понятно, что ждем патч, но когда он будет, хер его знает. Я думали, что патч с этим кукловодом выйдет в апреле. Ни хера он не вышел. Студия, которая делала турнир, крайне, как там называется студия, Парагон. Парагон делали турнир в стиле цирка. Не потому, что там они хотели именно цирк сделать, а потому, что они думали, что выйдет герой новый. Это было бы так вот, знаете, подвязано, что там герой связан с цирком. Они сделали турнир в стиле цирка. А по итогу просто Valve из них сделали клоунов, скажем так. Получилось не так, как они ожидали. Ну, что ж, бывает. Досадно, неприятно, не получилось. Так что ждем патч. И давайте пишу еще вот к вам вопрос. Как вы думаете, когда будет патч? Вот когда он выйдет вообще? Летом? В мае, я думаю, не выйдет. Я думаю, летом выйдет патч. Когда? Хер его знает. Пентаграм полетела тем временем. Даблкил зарабатывает Сумаил. Сумаист неплохо залетает. Лучше жмет телепорт, но очень долго ТП-шка у него происходила, поэтому он ее отменяет. Остается на верхней линии, ждет ошибки от Моисея. Попытается еще раз поймать вайпера на этом лайне. Может быть, получится. И там, кстати, пуш нажигает дэмэджа, убивает крекера. Крекер помер. Так, пуш все еще ждет. Вайпер где-то там в кустах откидывается своими соплями. Заплевывает. Пуш пошел наискивать, но наитие! Да ладно! Он прервал способность! Он прервал телепорт! Как? Хорош! Как же он играет, а? Вот каждый, кто поставил лайк на данный видос, желаю вам, чтобы если вы на Пуджи играли, у вас вот таким вот макаром залетали хуки. А если Пуджи играет в вашей команде, чтобы вот так вот они хукали. Такие вот дела. Давайте мы чутка мотнем, а то эти паузы нам не нужны. У кого-то возникли небольшие технические неполадки. Но эти шоколадки быстро починили. Так, по поводу, кстати, Пуджа, он себе уже вкачал аж в троечку флеш-хип. Краска сила возрастает. Как мы видим, зарядов силы было уже очень много подработано. Уже краски имеется у него здесь зарядов. Да, по поводу зарядов важный момент, что сила увеличивается в зависимости от... Ну, точнее, доп-сила, она подсчитывается на множитель вот здесь от раскачки. То есть, если вы там получили себе там... Там 10 силы. Когда был у вас первый уровень этой раскачки, оно не останется 11. Оно как раз таки будет 20, когда у вас будет 4 уровень раскачки. Ну и, кстати, по поводу листой шмотки. Это у него трикет. Перис трикет. Хорошая шмотка. Это и хпшка. Это и урон от заклинаний, что работает народ. Что весьма приятно. Ну и опять-таки уменьшение расхода маны, что Пуджу тоже в целом приятно. Хук все-таки аж по сатенчику забирает. Ману у Пуджа не до хера, поэтому нормальная тема. И Аганим уже скоро будет готов. Опять-таки пуш спокойно при прокачанном флеш-хипе и проскаченном рте, он спокойно селеса фармит, так вот идет, подванивает, наванивает и зарабатывает себе необходимые бабосики, забирая там много стаки крипов. Поэтому прокачка, как видим, не проблема. Ну и попутно, что попутно, у нас у Пуджу всегда нужно иметь телепортацию. Да, обычно Пудж играет не на керри позиции, но даже будучи керри, как бы тоже хотелось бы быть таким эффективным, еще, знаете, таким скрытым ниндзя, чтобы из лесу фармить, не фармить, а ловить своего оппонента на хук. Поэтому нормальная темка. Пока у Пуджа нет хп, поэтому там пока подванивает, заванивает и добирает себе шмотки на аганим, но нужно, понятное дело, сходить на базу, чтобы себе полностью восстановить недостачу по мане и по хпшке. К сожалению, пока на аганим себе он не нафармил, совсем чутка остается, поэтому нужно будет еще на лайн вернуться, там где-то еще чутка фармануть или фраг сделать, ну и потом себе уже аганим подвести. Пуш имеет 6500 на творса, уровень у него уже 10, пока еще себе он не берет таланты. А, кстати, мы с вами можем еще один спел Пуджа обсудить, это ультимативная кнопка. Это та самая тема, жри его, как было раньше.
Так вот, это Dismember, это способность, которая позволяет герою поймать контроль даже в Blinking Bar. Вы его подъедаете, урон в секунду до 120 от уровня раскачки, множитель силы до 0.9 от уровня раскачки. На 0.3 идет усиление множителя силы. Длительность на крипах 5-5 секунд всегда. Длительность на героев 2.75 секунд всегда. При раскачке еще падает кулдаун 5 секунд за уровень и также возрастает мана. Классный спелл, можно краски там дожраться. Допустим, в лесу об крипочков можно начать кушать своего противника, понятное дело, через Blinking Bar, что тоже очень даже приятно получается. И наршатика тоже можно использовать, если что. Поэтому темка такая весьма-весьма отлично для пуджа. Опять-таки, пудж у нас герои, ну, не сказать, что сложный. Даже такой был комментарий, когда я запостил новость о том, что на пудже сыграли миллиардную катку, что пудж герои на самом деле такой неплохой в плане того, чтобы зависеть от скилла. То есть, если вы на пудже играете много, вы со временем научитесь правильно хукать, просчитывать траекторию и так далее, и, как бы, в принципе, будете показывать себя весьма-весьма хорошо в катках. Так что, в принципе, с этим я, ну, по большей мере согласен. С таким заявлением, что реально скиллуха на пудже, ну, качается. Опыт на пудже важен. Хотя в целом на любом герое опыт важен. Так что вы поняли, о чем я. Надеюсь. Хотя я сам уже запутался, о чем я. По поводу шмотки, следующий пудж выбирает Eternal Shroud. Кстати, хорошая тоже шмотка для пуджи Ириуса тут должна быть. Кстати, пошло смещение через портал парный на нижней часть карты. Пока поджигает Тини. Тини пока отошел. Смещается тренд, ставит сразу сентрю, чтобы проверить, есть ли варды. И, возможно, некий там Бонни Флетчер в инвизе перемещается. Лососирование пошло. Пудж уже через вышку пошел пытаться к файту подойти. Поджигает санстрой. Хорош. Очень битый там Бейн. Бейна завоняет по-любому. Сумаил ловить. Но Сумаил укатывается и не успевает его подхватить. К сожалению, было бы очень приятно убить бы сейчас Сумаила на его земелича. Но земелья пока выкатывается прочь. Досадно, досадно, да как не поймали тут Бон Флетчера. Хотя Бон Флетчер замедляет, кстати, Бон Флетчера можно и убивать. У него нет инвиза, что? Нет инвиза! Инвиз в кулдауне! Какой же тит для Боника. Его там еще и поймал тот призрак, который замедляет. И таким вот макаром его уничтожили. Да, досадненько. Ну ладно, пуч себя немножко тут раскрыл. У пуджа уже максимальный уровень раскачки 2-3 спала. Далее себе вкачивает в двоечку ультимативную кнопку. Уже в двоечку берет себе кук и пока игнорирует прокачку талантов. На 10 уровне у него есть талант на замедление от ротика и также 5 брони. На самом деле не очень-то и важны эти таланты. Ну, броню в теории как бы можно и взять. Рот как бы, ну, можно тоже взять, но на самом деле эти таланты можно пропустить. Сплы как-то поинтереснее раскачиваются у пуджа. Больше от них будет профита, как мне кажется. Поэтому, в принципе, логично, что они качают. Учитывая то, что в этом матче имеется Бон Флетчер, а это инвиз. Против инвиза что нужно? Правильно, какие-то средства обнаружения. И лучшее средство это будет даст, потому что будет еще и замедление. Если герой будет находиться под действием инвиза, если развеиваешь инвиз при помощи дастов, то тогда на цель работает замедление 20%. Так что очень даже приколдесно. Убивает в это время инвоцкера. И, кстати, Сумаил снова наносит удар. Сумаил снова хорош. Кстати, 8300 фарма у Сумаила. Очень много. На самом-то деле. Уходит себе в этом матче Сумаист. Прям нормалды. Пудж ждет ошибочку. Там, кстати, где-то вар стоит лайн. По крайней мере, по мини-карте его видно. Так вот. Пудж ждет ошибочку от оппонента. Ждет момента, кого может бы поймать. Кстати, пуш по итогу даже эти ветки не выбрасывает, не ломает их, а в курьера их перепихнул, чтобы, видимо, продать. Видите, каждую копеечку подсчитывает. Можно было на самом деле там сломать этот артефакт. Эти веточки можно было там их продать. О, не продать, в смысле, а высадить. А он такой, не-не-не. Повезу в курьере на базу. Так вот, на нижней линии планируется атака, есть в этой ремье МПшка, помалит бедолагу, сейчас у нас на Тинь-Тинь там выгребает, там, кстати, уже у нас неплохо подтягивает все противника господин Нейнлокер, просто у него как раз есть МПшка, аганим шардовая, что очень даже приятно получается, пуш уже там наваливает Сумаила и просто всеми стволами душит Сумаила, но как же он тут огрызается, как же много дэмэджа делает все-таки под веслом, под магнетайзом Сумаила, и пуш пытается жить, выживать, и его там натикало, но не дотикало, пуш выживает. В конце концов, там еще выбивает себе крипочков в лесу, забирает себе лесные шмотки, жетончик упал, и жетончик можно сейчас для себя, осуждаю. И жетончик, конечно же, можно для себя неплохо сейчас использовать и дополнительные какие-то классные артефакты выбить. О, кстати, нормально падает для него темка, это у нас драгон шкурка, которая дает ему дополнительный армор, и опять-таки пуш как жирный герой, как герой силы нуждается в арморе, потому что у него армора маловато. И также это еще дополнительное восстановление хпшки, что тоже приятно.
И также это еще и поджигание цели на 22 урона в секунду. Что тоже получается весьма прикольно. Так, что-то я что-то отвык уже от комментирования дота. Там, кстати, вайпер в таком тильте. До хери еще раз он в этом матче наумирал, по итогу он плюс себе не даст. Хотя, в принципе, был 1-7 у него там слайна, да? Плюс-минус. А сейчас 1-8. Ну, как бы подуспокоился он в плане своего фида. Стал меньше умирать. Пуш через парный портал смещается вверх. Кстати, в принципе, может быть, даже он успеет дойти до файта, потому что файт там все еще идет на пуш на фейзах и уже мчится на всех парах к этому замесу. Попытается кого-то хукнуть, но понимает, что там уже его команда высасывает, выгребает. И если он один хукнет оппонента, то там все подвалят рядышком и могут Пуджа поломать. Поэтому Пуш принимает верное решение не впрягаться в данный файт. В этом файте его команда уже проиграла. 19-25, кстати, у нас по итогу. Очень близкая дота. Да, фрагов чутка больше у команды Пуджа, но по графикам тут все 50-50 прям получается. Хотя был период, когда команда сил тьмы вперед врывалась, но там Сумаил все-таки дает жару. Неплохо разыгрывается. Да, опять-таки, будем честны, все-таки драфт более какой-то интересный, надежный у команды все-таки слева. Там и Бонни, как бы, как керри, более надежный, чем керри Пудж. Там и Вайпер с Медасом тоже как бы будет весьма мерзким и мешать будет. Хотя, блин, Инвокер тоже может быть хорош здесь. Да и Думчик. Да, опять-таки, Пуджа тоже не стоит сбрасывать со счетов. Да, как керри-герой, это не особо там стандартно. Да, точнее, совсем не стандартно, но тем не менее. Хотя вот проблема команды Сил Тьмы в том, что у них какой-то такой среднечковый непонятный пуш потенциал. Сдается мне, что в плане пуша могут быть и не трудности в этом матче. Могут они все-таки тут не все сделать как надо, чтобы запушировать территорию противникам. Ну, посмотрим. Ну что, 20-25 у нас на экране. Пуш себе фармит дальше Каю Сэндж, как мы видим. Ну, тоже в целом весьма-весьма кайфовая шмотка. Кая будет хороша для усиления его магических потенциалов, скажем так. Ну, а, конечно же, Сэндж это будет уже для своих жирных потенциалов неплохо использоваться. Талант все еще игнорируется. Как видим, Пуджа все еще не хочет себе брать таланты. Ну, это логичное решение, потому что талант на 10-м, опять-таки, мы с вами обсудили. Они не очень прикольные, не очень классные. А вот дэмэдж на хук 140 чистого урона на 15-м левеле, это прям нормалды. Хотя и талант на вампиризм тоже бывает весьма неплохо, но, опять-таки, вампиризм там уже будет у него появляться со временем. Поэтому, в принципе, можно будет вот на шауде там пригениться. Лететь. Унич. Полетел временем. Ну, с вами. Минус готов в это время по думчанскому паду. Там еще и рентяка, как мы видим. Ломали двух героев снизу. Возрождается, кстати, Аегис. Аегис дает возможность еще файт продолжать этим парням. Ну и по итогу падает еще и вайпер. Кстати, уже вперед вырываются парни с команды реднетов. Для Пуджа и его команды наступают не самые, как бы, хорошие времена, скажем так. Там, кстати, Боник в инвизе. Было бы классно его поймать. Мне там надо обойти, но там стоят за катапульты парни. Из сил света не позволяют Пуджу себя подцепить, к сожалению. Так что Пуш никого не ловит. Хотя Сумаил полетел далеко, 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 слишком далеко. Ой, Тини на лоу КП прыгает прямо под Пуджа и ломает. Тини воняет Пудж во все стороны. Просто как лев львиный с инвокером сражается. Пытается всех поубивать. Как же вы ошиблись, парни. Куда же вы нападали? Ошибочка и ушиб. Очка еще и Сумаила сюда. Подпугивают и блокируют ему укатывание. Минус Сумаил. Санстрайк полетел. Поджигает, нажигает дэмэдж еще и по вайперу. Вайпер тоже выгребает. И как же они ошиблись, нападая на Пуджа. Это явно было не самое лучшее дело. Хук-х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 ук
новости. Тем временем, у сил света, и что-то света прям тут выгребает. 3700 зарабатывает пуч для себя, для своей команды. Зарабатывает себе он 1200, нормальные бабки, хорошие денежки. Ну и уже хватает себе на одну составляющую, выбирает себе Сенш. Сенш даст ему краски силу, сопротивление эффектам и здоровье от восстановления с вампиризма. Опять-таки, это замена будет того, что у него вот нет вампиризма от таланта, что будет весьма-весьма приятно. Ну и там тем временем еще и в центре пошла у нас свистопляска. Свистоплясали, поломали. Пуш у нас, ну, на самом деле нуждается уже, наверное, в траволах. Такая активная дота, что траволапы ему не помешали. Хотя и на физах тоже тут устраивает спортик. Жирный-жирный, как бы, по карте бегает очень много, на самом-то деле. GG там ждается у нас, господин на этом, на тиннике. Так, сори, чутка прокашлялся. Так, ну чё, фармёшка, крип-долбёшка. Опа, руна волшебства. Кому достанется эта руна волшебства? Да, в плане, кстати, Пуджа, если такой хороший момент у Пуджа, он может руны хукать. То есть можно, не тратя ману, подхукивать руну под себя. И, ну, когда ты играешь там мидера, можешь себе руну выхукать условно. Или там, когда ты играешь суппортом, ты можешь под своего тиммейта руну выхукать. Получается очень даже прикольно.
По поводу еще хука у нас уточнение. Продолжаем альт. То, что работает на инвизных юнитов, это мы знаем. Проходит сквозь деревья, это тоже все в целом понятно. Притягивает союзников также хук для спасения. Понятное дело, что не вносится союзникам урона. Крюк может притягивать руны, это мы с вами обсудили. В таком случае, если урона притягивается, мана за применение хука возвращается обратно. То есть, в принципе, это получается, ну, бесплатно. Вот такие дела. Так, что у нас еще из интересненького тут есть? Так. Вот, в принципе, то же самое, что мы с вами обсуждали. Мы уже все это проговорили, как мы видим. Опа. Да, по поводу, кстати, рта, если вы начнете вонять и на вас накладывается сайленс, вы не можете вырубать свою вонялку, если что. Так, по поводу флешхипа мы это с вами поговорили и... А, да, по поводу еще дизмембера есть момент. Способность не прервется, если герой идет в инвиз. Так что вы будете все равно кушать противника, даже, и даже если он там нажмет свой инвиз. Или там на него глимеры нажмут. Такие вот дела. Ну что, 23-33, 4к перефарма за командой тьмы. Пуджириус себе уже добрал Сэншкая. Полный Сэншкая ему дает краски еще и хорошие бонусы к заклинаниям и на восстановление маны. Ну и дальше выбирает Раску. 3-2 Раску в сборочку и Блиндакер. Блин, на Пуджа очень классная шмотка. Можно будет с прыжка залетать, сразу вонять и кушать. Или там с блинка как-то подхукивать, занимая позицию, чтобы крипы не блокировали ну, хук-траекторию. Потому что обычно, когда играют против Пуджа... умные люди, они так становятся в позицию, чтобы нельзя было их на хук поймать, чтобы так вот как-то сбоку поджугло тяжело подхукивать. А так, блинком можно будет это дело, ну, как бы, контрить, скажем так. Много нужно поджу перемешаться по карте. 9-2-13 он играет, 15-ка на творце себе он уже оформил, как мы видим. Шкурок очень много, опять-таки у него уже два множится все заряды шкурок. Это 36, как бы, на секундочку урона, это как бы дохерища хпшки. Ой, подслипали с хайграунда. Это сколько? 720 хп получается, правильно? По 20-очке за каждый уровень жира. Басика! О, бах ты вредитель. Навредил. Здесь Бен сам же телепортацию улетает прочь. Пуш лучше бы хук не тратил, потому что в Бена он уже не попадал. Ну да ладно, пытается подойти и поломать там еще и Сумаила. Сумаил душит инвокера. Инвокер там пока выгребает. Даблкил готов. Зря пуш хук потратил. Вот если бы хук сейчас в Бена не спускал, когда он нажимал телепорт, сейчас бы, возможно, бы как-то разменялся. А так не получилось. Ну и по итогу у нас, кстати, камбэк произошел очередной в этом матче, потому что, по сути, у нас все возвращается обратно в нулину. По графикам 7000 опыта, 3000 золота зарабатывают парни из команды слева. Ну и вот график у нас снова пополз обратно. Форстап приобретает себе тем временем вайперидзо, как мы видим. Вот такой вот кайфовый айтемыч себе он там прикупил, как мы видим. Ну а пуш продолжает вонять, наванивать, вонять, разванивать и зарабатывать бабки. БКБ выбирает себе пуч также в артефакт. И решил, что все-таки с Тараской можно повременить. А вот БКБшка все-таки будет нужна. Все-таки много спелов, которые в БКБ работают. И они будут пуджу уменьшать, поэтому нормально. Тема. О! Фармежка. Даже форстав не спасает вайпера. Его опять поймали. Еще и стилят фраг. Ах ты засранец. Хотя, ладно, нормально. Командная дота. Уж то все равно за дизмембер не успел докушать. Так что нормальная тема получается. В любом случае себе бонус подработал. Кстати, талант скачан. Все-таки был у него, потому что уже как бы качать было нечего. Ай, не выхукивает. Он выхукивает героя в инвизе. Это был Боник. И надо было сразу доты нажимать, но пуш не среагировал. Не сразу сообразил, что это был герой. Выхукан только что убивает. В это время на размен у нас Бэтрайдера. Пуджа поймали на юла. Пуш у нас снова нажимает хук. И пока что не получается здесь кого-то подубить. Ну, кстати, варды тут еще стояли, поэтому их нужно поломать. Пушами занимается. Варды были уничтожены. Хук откатывается. Ждет пуш ошибочку от оппонента. Но там уже Сумаил стоит весьма разумно. Не будет как бы себя глупо отставлять под данную ситуацию. Он-то понимает, что там могут его и жахнуть. Так, я надеюсь, что все у меня хорошо со звуком, а то, опять-таки, давно я не стримил, давно не записывался. Я перед записью проверил, вроде бы было все норм, надеюсь, что как бы ничего не сломалось. Так, ну что, 29.35 у нас на экране. Что еще из интересненького? Давайте быстренько посмотрим на общие артефакты. Может быть, там что-то такое есть прям прикольное, нестандартное. Ханту у нас было куплено для Линкса, он же AK Comeback. Вайпер с Мидасом потихоньку возвращается, подпарвливает, в принципе. Сумаил у нас тоже себя чухает. Ну, в целом нормально. Кстати, очень мобильный пик у команды получается справа. Там аж 4 блиндагера, форстав. Еще и быстрый инвокер на травелах рассекает. Еще и у инвокера скоро появится хекс, кстати.
пока вот так вот. Так, Пуджириус, пока он зашел кого-то искать. Команда Сил Тьмы выезжает на охоту, попытается кого-то поймать, перехватить и уничтожить. Посмотрим, насколько это будет успешно и удачно. В принципе, траектория весьма-весьма такая неплохая у них для атаки. И они дожидаются друг друга, чтобы там кто-то не оказался впереди. И тогда бы не успели подлететь на своего противника. Ну и уже недалеко, как раз таки около Турментера находятся парни. Но все-таки там у нас герои оказались в другом месте. И пуш пошел забирать руну мудрости. Но мудрость отжимает себе по итогу Хакода. Это минус Хакода, но он успел забрать рунку, что хорошо. Кстати, вот этот выход был тоже весьма неплохой, потому что был по тайме появления руны мудрости, получается. Так что, ну, парни помнят все необходимые тайминги в этом матче. Кстати, там уже можно себе шмотку подлутить уровня 3, лесную. Скоро Пуджана появится. Наверху у нас происходит убийство бедного Тиника. Тиник упал. Кстати, Пудж у нас очень классно по карте кликает. Ну, всегда там подсматривает, что где происходит. Кстати, на топе палится Бонник. Сейчас за Бонника можно и выйти. Пуш смещается в парный портал. Отправляет на базу шмотку свою нейтральную. И, кстати, себе Паладин Сфорт он выбирает. Отличная шмотка. Это еще доп. Вампиризм. Это также будет, ну... вампиризм и обычный ее заклинаний, а и также дополнительные 16 демежа для него подкатывает, что, конечно же, тоже звучит весьма неплохо. Это получается хорошо. Это получается приятно. Так, сейчас, секундочку. Почему тут у меня? Сейчас. Па-па-па-па-па. Что за прикол? Сейчас. Только что мы давление... Так, все окей, сори. Отвлекся. Так, там пентограмм взлетает на Сумаила. Сразу врывает Рентуэ, подвязывает своего оппонента, наваливает по Сумаилу, чтобы он не сбежал. Очень жирная земелья, поэтому нужно его тут поскорее зафокусить. Фокус произошел, это минус Хакода. И это еще один фраг для Пуджариуса. Уже свирепствует Пудж в этом матче. Смещает снова у нас за Вайпером. Вайпера уже видно и видит цель. Пудж, иди сюда. Давно не виделись, говорит ему Пуджариус. И снова выедает Вайперидзе. И вот таким вот макаром Вайперидзе у нас отправляется в таверну. Ну классно. Классно, здорово, приятно. Отлично. Хорошо. Ушатали данного молодого человека. Это уже 10-е, да, для Вайпера. 11-е для Вайпера смерть. Фух, перебор, конечно. Так, ну что, Тараска все-таки для Пуджа снова остается в сборку. Он то думает, то Тараску, то БКБшку, то Тараску, то БКБшку. Не может решиться Пуджирю. Что же он хочет в этом матче видеть для себя? Но вроде бы уже решение Тараска у него окончательное. Так, кстати, Рошенчик стоит, было бы неплохо его убить. Потому что парням, опять-таки, из команды Сил Тьмы надо заканчивать. Ну, да, они пока себя чукают вроде бы нормалды, и фрагов много, и уровни есть, есть небольшой перефарм, но опять-таки, ну, в плане блинпуша как-то не очень прикольно. Как видим, у них, ну, казалось бы, 40 фрагов, да, сделано. А по сути, сломали не только две вышки, что получается как-то не солидно, скажем честно. Хотелось бы по таборам получше поработать. На топ тоже было бы неплохо смещаться, но, конечно, сначала это убить Рошана, потом уже смещаться на верхнюю линию, хотя у Пуджа не телепортация, к сожалению, поэтому Пуджу нужно будет через парный портал смещаться, забирать себе баннер, забирает себе Аегис. Пуш себе не хотел брать Аегис и поехал за Сумаил. Ай! Сумаил заблокировал возможный хук. Есть Юла, Сумаил пытается уйти, кстати, смотрел, а надо было бы бежать, наверное. Но заигрался Сумаил здесь. Помирает фраг для Уанжея. Или Онджей, Уанджей. Как его зовут вообще? Хрен его знает, если честно, пиши в комментарии, возможно, ты в курсе. Ну и выезжает дальше на охоту парни из команды Сил Тьмы. Подвязывают Бейна через ультимативную. Ну, наверное, ультимативная все-таки там многовато было в Бейна. Ну да ладно, Хакода упал, это главное. Ну и продолжается фарм-фармеж, идти не смещаться. Тини, иди сюда, вернись обратно, но уже сломали дерево, деревцо упало, душат в этой армитине. Тини все еще страдает от рта рабочего Пуджа и дожигает этого парня. Годлайк для Пуджа готов. Вот так вот, хорош. Ривер себя подвез, и совсем скоро уже будет Тараска для него готова. Там еще, кстати, курьера подобуживает, ну, даже он досты повез обратно, чтобы ничего не выбрасывать, чтобы все как бы было рядышком. Хотя, опять-таки, можно было в ради сместить. Странно, что он ворды сейчас, ой, не ворды, смысле, досты убрал в курьера, он их продавать собрался или что? Ну, как бы можно было просто в ради убрать, и все, потом при необходимости там передропать в себя. Но отвез курьера на Тараску. Купаться? Ну, ладно. Отвез. Так, ну ладно, Пуджириус, давай.
Кстати, красный блин себе еще пуч выбирает. Тоже отличная шмотка. Это, во-первых, будет для него офигенно, потому что у него дохера хпшки. О, дофига, в смысле не хпшки, а дофига у него. Ну, и хпшки тоже, в принципе. А, силы. То есть можно будет взлетать и неплохо по краске оверхэмом к блинкам разваливать кабинеты. Дэмэджа будет выдавать, он там просто мама не горюй. То есть будет вноситься дэмэджа сотка плюс 50% от силы владельца. Жестко-жестко. Постепенно наносит ему урона, равный 100% силы владельца. Опять-таки, это прям мега жестко на таком силаче, как Пуджи вирус. Поймали вайпер, там была пика точеная, он пока откидывает Пуджи от себя. Пуджи у нас под огромным замедлением. МС падает на минималочку. У него всего лишь 100 МС, и под соточкой тяжело перемещаться. Его форстапают, и Пудж еле-еле добирается до фрагов. Как мы видим, торнадо, ЕБшка, тюни, так, залетел по маленьким локерам. Локер теряет почти все хп, теряет свой Аегис, пуш, надо бы хукай, подкатывает снова у нас в погоне здесь Думчанский, душит Сумаил, Сумаил там пытается его поломать. Укатывание пошло, и на базу залетает Сумаил, но его пуш возвращает обратно, не позволяет сбежать этому парню. Пуш уже на хайграунде сидит и просто палит, наблюдает, что происходит, у него хпшки дохериллион, 5700. У него сейчас, плюс регенерация там по 160 в секунду, поэтому ему максимально плевать на тот дэмэдж, который вносит с него вышка. О, очень какой-то странный телепорт там пошел у нас от Тини тем временем. Тини там ломает, Тини там уже давно писал, что он в этом матче в тильте. Ну, ГГ прописывал, помните? Поэтому опять жмет телепорт в никуда. Точнее, не в никуда, а в помойку. Он жмет телепорт и помирает, и вот такой вот фраг у нас происходит тем временем. 30-48 у нас на экране. 16 тысяч, даже 18 тысяч было только что. За команды справа и пошел пуш. Потенциал. От команды Пуджериуса. Красивая катка, опять-таки. Напоминаю, что у нас этот ролик неспроста. Этот ролик у нас записан краски под миллиардную. Миллиардную катку на Пудже. Прикиньте, миллиард. Раз собирали на Пудже катку. Миллиард, ебанулся. Я на Пудже сыграл, ну, вот именно в Доте 2 со своего аккаунта, ну, каток может быть 40, может, ну, 50 прям максимум. Прикинь, миллиард наиграли, жестко, конечно. Ну, герой опять-таки все-таки заслужил свою популярность. Все-таки будем честны, очень большой вклад в популяризацию Пуджа вложил именно Дэнди. Первый International, все-таки Пудж был очень востребован. И дал этот толчок на Пуджа пикерство. Хотя, опять-таки, в первой доте тоже Пуджа пикали часто. Ну, да ладно. Так, ну что, все, конец игры. Молодцы. Отлично отыграли. Отлично себя показали. Отлично себя проявили. Пуш пытается там уже с фонтана подкукать к себе героев. Пошел в гости душить кого-то уже прямиком на фонтан. Там пока крекер стоит, и крекер не подставляется. Гост уже откатился, но там есть форстап. Пуджа там выручает его же тиммейты. На лоу-граунд скидывают Хакоду. Хакода упал. Это фраг для инвокера. Пуш пытается кого-то найти уже прямиком вот так вот на фонтане. Потому что хотелось бы ему какие-то доп-фраги подработать. Выжидает кук-кук-кук-кук сюда. Там никого. Падает трон. Ну и в целом заканчивается катка у нас. Возможно, 15-й фраг будет. Пуджа, секундочку, и нет, 14-2-21, окончание данного хорошего матча. Ну что, надеюсь, вам катка понравилась, пиши в комментарии, как тебе, пиши в комментарии, записывать ли мне видосы в таком формате, было ли тебе интересно, кого еще записать, да и в целом пиши какие-то вопросы, комментарии, потому что это очень важно. Я хотел бы все-таки чутка канал возродить, а то в этот канал было вложено очень много сил, очень много времени, и как-то он так вот из-за этих банов, из-за этих всех проблем с Ютубом, из-за падения онлайна, он как-то скатился, ну, пока что в помоечку, но в целом из помоечки можно выбираться. Надеюсь, получится. Ну что, до скорых встреч, лайк, подписка, колокольчик, обнял, приподнял. Услышимся, увидимся, возможно, ну и пока-пока.